Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Торжественная церемония награждения лучших инспекторов ГИБДД, следователей, сотрудников уголовного розыска, кинологов, участковых и других специалистов прошла в Нижегородском главке. Каждый год десятки стражей порядка удостаиваются ведомственных и государственных наград не только за выполнение своих должностных обязанностей, но и за героические поступки во внеслужебное время. Сегодня мы празднуем День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Для каждого гражданина человек в форме сотрудника полиции олицетворяет закон, власть, справедливость. Именно от нас зависит порядок на улицах города и области, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие граждан, а тем более удержать его на должном уровне, мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого. Отдельные слова благодарности прошу передать вашим родным и близким, тем, кто разделяет с нами трудности нелегкой полицейской службы и кому мы всем обязаны всеми своими успехами и достижениями. Вы всегда на самом острие самых сложных общественно-политических, социально-экономических и, естественно, криминогенных проблем, которые возникают в нашем обществе. За эти годы вы прошли славный путь. Много есть героических страниц, но еще больше большой, глубинной, рутинной работы, которую зачастую простые люди не видят, да, собственно, наверное, не должны видеть. То, что вы делаете каждый день, и то, каким трудом, иногда мужеством и героизмом дается решение поставленных служебных задач.